Итак, друзья, сегодня хочу с вами распаковать совершенно небольшую посылочку. Как вы видите, заказывалась она 26 сентября, пришла 14 октября. Шла, собственно, недолго, кинули в почтовый ящик, стоило мне 22 рубля. И давайте посмотрим, что же там внутри. Так, внутри там колечко. Колечко не простое, а колечко, которое меняет цвет. Был вот такой просто пакетик. Я заказала 8 размер. Ссылочку на кольцо я оставлю под видео в инфобоксе. Заказала 8 размер, к сожалению, прогадала, потому что мне оно только на мизинец налезает. И оно действительно меняет цвет, если вы заметили, оно прям моментально поменяла цвет, было изумрудным, стало вот таким синим. Вот, так что можно наблюдать за ним, оно практически сразу светлеет, голубеет, моментально меняет свой цвет. На сайте было подробное описание, какой цвет что означает. Очень красивое колечко, причем внутри, видите, меняет цвет, у вас на глазах практически становится изумрудным. Внутри есть небольшие вкрапления, такие перламутровые, и когда оно становится более темным, оно даже чуть-чуть поблескивает, мерцает. Это блестки внутри. И вы видите, оно становится практически желтым. Зеленого уже не осталось. Вообще очень, конечно, красиво меняет цвет и уже уходит в такую коричневую красноту. Очень красивый цвет, красиво его меняет. Вы видите, уже такой кофейно-шоколадный, даже такое красное дерево. И опять же, давайте посмотрим, я его надеваю, и оно тут же меняет цвет опять на синий. На такой хороший, глубокий, насыщенный синий. Практически фиолетовый, без 5 минут. Вот такое красивое колечко, вот оно опять меняет цвет. Наверное, мое какое-то состояние, настроение поменялось, и оно поменяло цвет. Вот, к сожалению, да, я говорю, что оно мне налезает только на мизинец, я планировала безымянный палец. Ну, в принципе, найду его, может быть, подарю кому-нибудь, пока не знаю. И я заказала еще 2 размера, то есть когда придут, посмотрим, какой из них мне сядет. Заказала 9 и 10. Видите, какой интересный момент. Оно стало непонятного такого цвета с переходом от зеленого к коричневому. Вот такое колечко. В принципе, покупкой довольна. Оно классное, прикольное, ну, интересное. Необычное, да, единственное, что с размером, конечно. Судя по их размерной таблице, я выбрала правильный размер. Но оказалось, что оно меньше, чем должно было быть. То есть по их таблице диаметр кольца должен был быть 18 миллиметров и 1 сотая миллиметра. Но он оказался меньшим. Точнее, 18,1 миллиметра, не сотая, а десятая. Но оно оказалось меньше. Я не расстроилась, 22 рубля всего. В принципе, для деток советую. Это весело. Я брала для себя, но, как уже сказала, это подарю. А себе заказала 2 других большего размера. Посмотрю, какое лучше сядет. Вот такой у меня был обзорчик. Ссылочку вы найдете в описании под видео. Проходите, обязательно заказывайте. Там есть разные варианты. Я имею в виду, что есть просто кругленькие вот такие. А есть, например, с сердечком или с цветочком, которые меняют цвет. Так что увидимся с вами в новых видео, в новых обзорах. Обязательно подписывайтесь, кто не подписан. И до новых встреч. Пока-пока.